13 июля в Якутии расширили список организаций для обязательной вакцинации от COVID-19. Постановление об этом подписала Анна Попова, главный санитарный врач республики. Теперь сделать прививку необходимо работникам торговли, салонов красоты, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, развлекательных и спортивных центров и других. После 16 августа за игнорирование постановления работодателей ждет административное наказание. Тем временем 14 июля в Якутии выявили 103 новых случая COVID-19. В столице республики 54 заболевших. В Мирнинском районе 2 новых случая. В Ленском районе заболевших не зафиксировали.